Депутаты Окружного совета депутатов от фракции «Единая Россия» Татьяна Одинцова, Вячеслав Киреев и Алексей Солдатенко посетили Голицынскую поликлинику на проспекте Керамиков. В марте здесь завершился ремонт. Выполнили отделку помещений, заменили электрику и светильники, частично обновили мебель. Штат коллектива почти полностью укомплектован. Не хватает врача-педиатра. Детское население растет, поэтому специалиста здесь очень ждут.